Казахстане отменили санитарные ограничения на границе. Такое решение приняла межведомственная комиссия. Теперь в стране не будут действовать какой-либо запрет на въезд для иностранцев из государств с безвизовым режимом. Прибывающим в республику пассажирам достаточно предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте, которая действительно в течение 3 суток, независимо от наличия прививок. Тем временем Австралия собирается открывать границы для путешественников. Континент был закрыт без малого 2 года назад. Все это время там отказывали проявлять понимание, несмотря на множество разлученных семей и упадок туризма. Тенденция по ослаблению карантина наблюдается во многих европейских государствах. Лишь Япония, Китай и Новая Зеландия упрямо сохраняют строгие правила. Новые пограничные правила вступят в силу с 21 февраля. Единственное условие для въезда в страну – полная вакцинация. Все должны его соблюдать. В Казахстане уже вторую неделю наблюдается положительная тенденция по коронавирусу. Заметно снижается заболеваемость инфекцией. За минувшие сутки вирус подхватили около 2000 человек. Это на 1000 меньше, чем днем ранее. Эпидситуация улучшается и в Алматы. Но на общем фоне наибольшее количество зараженных наблюдается именно в мегаполисе. Плюс 400 новых случаев. Вдвое меньше пациентов в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.